Здравствуйте же, мои подписчики. Тренд 2020 года Микарта и очень хорошие по качеству ножики от нового бренда ножей, достаточно молодого, QSP. И на последнем обзоре у нас был также ножик от этого бренда. Если тогда был достаточно большой такой фолдер с 10-сантиметровым клинком, железкой D2 и подшипниками вальсевым, то сегодняшняя моделька также от этого бренда, но противоположность, можно сказать, тому ножику, что был. То есть это небольшой такой Ворнклифф, компактный, с микартой на рукоятке и с железкой из D2. Поставляется, кстати, вот такой вот красивенькой коробочки достаточно. Здесь у нас целлофанчик, бумажечка, ну и собственно все, больше ничего. Ну, коробка презентабельная с логотипом компании QSP. И собственно все. И по самому ножику. В двух расцветках идет этот Ворнклифф. Вот таком вот серенько-коричневатой микарте. И микарта с цветом сине-зеленого, такого вот белого даже оттенка. И называется от компании QSP такой цвет джинс. Но он действительно такой подходит под выстиравшиеся джинсы. Ножик называется пингвин. Ну что-то такое есть от пингвинчика. Пузатенький, коротенький Ворнклифф. Общая длина ножа 180 мм, длина клинка 80 мм, небольшой ножик, 2,9 мм толщина в обухе и всего лишь 90 грамм вес этого ножика. Железка D2, закалка, как указывает производитель, 57-59 единиц по шкале Rockwell. Ну и следующим этапом я расскажу, наверное, самые основные интересные моменты от именно этого ножика, что, на что действительно стоит обратить внимание. Ну, во-первых, не самая распространенная форма клинка Ворнклифф, но достаточно полюбившаяся ножиманами за последние несколько лет. Глубокой посадки клипса, но действительно именно самой, что ни на есть, глубочайшей. Вот так вот садится на карман ножик, и его вообще ни капельки не будет видно. Клипса средней жесткости. Вот действительно, она очень хорошо поддается изгибам, классно пружинит, и вот она не жесткая прям сильно, именно средней жесткости. Далее, как вы видите, клипса загоняется под микарту, то есть между лайнером и микартой, и вот внутри чуть-чуть там торчат такие маленькие две шапки с винтиков. Почему обратил на это внимание? Потому что бывает, когда клипсу крепят именно сверху на накладку из любого материала, то еще плюс сверху шапки от винтика, и очень тяжело садится на карман вот такая вот посадка. Здесь вообще залетает без проблем. Ну и выкручивается тоже через эти отверстия винтики без проблем. Большое темлячное отверстие. Компактный легкий ножик. И еще немаловажный фактор, здесь у нас в осевом шайбы. Не подшипники, а две из латуни шайбы. Причем выскакивает нож вообще легко. И механика, смотрите, как легко опускается клин, не тяжелый, небольшой клин на шайбах. Но это, наверное, один из очень огромнейшего количества ножей, который может вот порадовать нас такой механикой. Но действительно очень и очень мало ножей с шайбами, даже старопластовыми шайбами, чтобы такая механика была, очень большая редкость. Железка D2, шпеньки, насечки на обухе средней цеплючести, то есть они и не сильно острые, и не зализанные, то есть именно то, что надо. Хорошо здесь пальчик находится, вообще ножик очень приятный. То есть никаких вычерных форм нет, никаких тут подпальцевых лишних выемок. Здесь у нас углубление под указательный палец, и ножик сидит в руке вообще. Ну вот действительно бомба. Продумано сделали ли с этой стороны, как вы можете видеть, убрали где-то 1,5-2 мм чуть-чуть плашки, и получается за счет этого вот легко место отгиба лайнера вообще легко отжимается. Логотип компании QSP. Очень красивый сатинчик. Все тут ровненько, все классно. Толщина 2,9 мм, прямые спуски и сведен нож. Я намерил там 0,4, 0,38, 0,35, ну в среднем, скажем так, под 0,4. Что достаточно неплохой показатель. Сквозная конструкция. Никаких отверстий для облегчения нет, но за счет нетолстых лайнеров, даже тонкий нож и так имеет всего лишь 90 грамм. Классный городской ножик, компактный, с глубокой клипсой.
небольшой и, можно сказать, и стильный, и практичный, и все с ним хорошо. Хотел вам давно его показать. Расцветка, конечно, по-разному на любителя. Коричневый, конечно, очень стильно смотрится. Но если вам нравится что-то такое вот интересненькое на лето, если вы любите рваные джинсы с дырками на коленях, то вот этот вариантик тоже будет очень достаточно прикольный. Ну, на этом, пожалуй, и все. Подписывайтесь на наши группы в соцсетях. Всем спасибо за внимание. Очень рекомендую. Всем пока.